человек. Специальное, необыкновенное предложение дня сегодня меня невероятно радует, потому что много и быстро готовит с пользой. Вам помогает мультипечь Матрёна, которую нам представит Олег Сотников, потому что он знает все о высокой кухне. Да, друзья мои, чем отличается мультипечь абсолютно от любых других блюд? Потому что это полноценный гриль, это, внимание, полноценная духовка или фритюр. И самое главное, то, что здесь работает с режимом конвекции, а значит, вы ускоряете процесс приготовления. Ой. Мне очень нравится то, что это многофункциональное решение. Ты посмотри, ты можешь здесь приготовить картошечку. Ой, фри. Как здесь ты можешь приготовить два блюда одновременно вместе с овощами. Ты здесь можешь приготовить рыбу. Ты здесь можешь приготовить, например, великолепные овощи и не только. Здесь получается гораздо сочнее, потому что режим потока аэра – это гораздо безопаснее. И самое главное, что никакие вредные вещества не попадают, ой, в пищу, потому что они стекают на дно чаши перфорированной объемом чуть больше 2 литров. Это очень удобно, практично. И самое главное, ты знаешь, легко ухаживать за ним и управлять. Здесь всего 2 переключателя. То есть берешь кнопочки, выставляешь, переключаешь, выставляешь температуру, время приготовления, нет каких лишних сенсоров. Выставляешь, подождала, ну, к примеру, 30 минут, держи, 30 минут, и через 30 минут я готова, хорошая буженина. Зачем ждать? Надо пробовать. Вот эта хрустящая корочка, которая обычно получается только на костре, только на даче, вы можете ее делать дома. Я сейчас попробую, потому что я ждать не могу. Ароматы невероятные. Подрубрика. Наш очаровательный ведущий. У меня нет слов. Вкуснота, да и только. Вкусно. Аппетитно. И вот этот вот сочный вкус мяса, ощущение, что его приготовили на костре в сочетании с хрустящей корочкой. Олег, да. Во-первых, мультипечь может заменить вам на кухне множество устройств. Вам не надо иметь несколько техник, да, правильно? Да. Сегодня 5999 рублей цена, минус 30% скидки. Абсолютный эксклюзив. Только на телеканале Шопеншоу. Я просто доедаю, потому что это невероятно вкусно. И сразу хочу отметить тот самый важный фактор, что это выгодное приобретение, которое, да, действует только сегодня, только сейчас. Давай еще раз вспомним о том, что такое все-таки мультипечь. Итак, друзья, давай разбираться. Прежде всего начнем с того. Удобное компактное решение. Бренд Матрёна. Это бренд, который имеет 8-летнюю историю, да, и имеет российские корни. Внимание на экран. Вот если бы приобретали отдельно гриль, он бы стоил почти 7 тысяч рублей. Фритюрница. Реально 4,5 тысячи. Плюс духовой шкаф. Вы представляете, в таком маленьком компактном решении у вас все сосредоточено. Итак, давайте разбираться. Прежде всего, мне нравится то, что здесь совершенно новый принцип приготовления. А теперь поехали. Сейчас будем разбираться. Смотрите, при помощи вот этого решения вы можете готовить блюдо фри. Ой, как Но красиво. У меня к тебе вопрос, Аня. Ну, фри, это же, во-первых, это очень калорийно, да, это очень много масла, правильно, и тратится, и пища совершенно, от этого не полезна, совершенно, правда? Это канцерогенов, как всегда, очень много, потому что все вот эти куриные крылышки или картошка фри, которая у нас подготовлена, она плавает в масле, да, и неизвестно, когда ее меняли. Смотрите, наше прекрасное решение имеет режим конвекции, поток горячего воздуха, и все масло стекает на дно перфорированной вот такой вот решетки, прямо на дно. Теперь хочу вам показать, смотрите, друзья мои, куда стекает. Приготовили куриные крылышки, жиры все, смотрите, лишние стекают, ой-ой-ой, а значит, вспомните, когда вы готовите в сковородке или в духовке, у вас в жиру плавает, или, допустим, когда у вас готовится во фритюре, все в жиру плавает, а здесь вы не употребили холестерин, и у вас здесь получился очень вкусный, правильный, чистый продукт. Слушай, никогда-никогда не думал, что можно блюда во фритюре приготовить полезные и вкусные. Вот видите, сколько функций вы здесь сегодня получаете. 3 в 1. Это у нас и гриль, и фритюр, и духовка, и забота о правильном питании, потому что вы можете готовить любимые блюда без масла. Вы можете как будто всегда готовить на, да, костре и создавать действительно вот такие уникальные произведения искусства. И вам не надо экономить.
сэкономить время, потому что вы уже его сэкономили. Конечно, самый главный вопрос. Цена 5999 рублей, за которую мы получаем магическое блюдо. Но за счет чего? Вообще вот это слово аэро, современные технологии. Аэро — это воздух, режим конвекции или аэро, друзья мои, это принципиально новый принцип приготовления. Я хочу вам просто показать, друзья мои, прямо в прямом эфире, успеваю я или нет, но постараюсь это сделать. Смотрите, режим конвекции. Прежде всего, мне нравится то, что на примере флюгера мы хотим вам показать. Смотрите, да. Я его ставлю на дно чаши и включаю. Взгляните, как работают самые правильные вихревые потоки, друзья мои. Вы берете, включаете, смотрите, начинает вентилятор вращаться. Это говорит о том, что тепловентилятор, который находится в верхней части, он позволяет пожарить блюдо, приготовить гораздо быстрее и полезнее. А значит, вы употребляете без всякого масла и гораздо быстрее. Ну вот давайте посмотрим, если мы сравним, как я приготовлю любимое блюдо, к примеру, на сковороде или в аэрогриле. Во-первых, как это будет выглядеть, мы же все равно визуально видим. И вот Олег, то, о чем ты говорил, то ли у нас в масле плавает картошка и в жиру холестерин, да и котлеты те же самые, значит, загрязняются сосуды. Совершенно верно, а значит, иммунитет у нас не будет работать, согласитесь. То же самое, что вы готовили на сковородке, только вы готовите полезные вкусные блюда. Итак, все очень просто, друзья. Друзья мои, легко пользоваться, о котором мы сейчас обязательно расскажем, как пользоваться. Но главное, это новый принцип приготовления, как в ресторанах и кафе. Вот я смотрю на это чудо на вашей кухне, потому что я уверена, что вы уже успеваете дозвониться. Мультипечи, чайник, забирая вместе, вы экономите дополнительно 200 рублей. Это раз. Второе, вы получаете 3 в одном, ту самую верную помощницу на кухне, потому что это и аэрогриль, и фритюрница, и даже духовка. Плюс ко всему, это забота о правильном питании, потому что здесь вы можете готовить без масла и не отказывать себе больше в любимых блюдах. И это уникальная конструкция. Что еще вы сможете приготовить? Внимание быстро, легко на экран. И просто. Олег знает секрет. Итак, друзья, помимо того, что вы получаете книгу рецептов в подарок от этой прекрасной мультипечи, друзья, вы приготовите картошку фри, без масла, вы приготовите цыпленка, вы приготовите мясо, вы приготовите рыбу, все, что угодно вы можете сделать. А по управлению, кстати? С удовольствием тебе рассказываю, даже более того показываю, чтобы овощи получились хорошие, запеченный, как в настоящем мангале, для этого важно отвечать за этот процесс управления. Мне нравится то, что здесь 6 автоматических программ полностью на русском языке. 2 переключателя, один отвечает за температуру, другой за время приготовления. Оставили, он автоматически отключается, и у вас готовое получается вкусное блюдо. А какие ароматы! Теперь так будет на вашей кухне.